Утро. Утро, утро. Утро вторника, 10-го, как я хотела сказать, декабря, потому что холод. Холод, конечно, жесткий, мразотный, блин, холод. Вот, еле собралась, еле успели, вот. Пришли вроде бы, ну, чуть-чуть, там, на несколько минут позже, чем обычно. И все, и мало, короче, не мог сообразить, что ему на физкультуру обувать, кроссовки. Физкультура первая, и он не мог понять. И он вот ботинки свои снял, что ему одевать, этот, господи, форму. Кроссовки, точнее. Потому что у него физкультура первая. Или ему одевать эти самые. Как по форме, туфли. Не мог никак определиться. Опять он не снял куртку. Я ему говорю, заходишь в раздевалку, сначала сними куртку, перчатки эти, шапку, шарф, точнее, сначала шапку, шарф, перчатки, вот, потом куртку, а потом уже переобувайся, потому что, говорю, тебе будет жарко. Нет, фигушки, он, блин, так не делает. Он так и продолжает переобуваться в куртке. Сколько бы раз не говорила, все равно не слышит меня мальчик. Вот. Господи, этот скрип. Потом тоже такой момент. Помимо этого. Он что-то закопался. Вот это ж не мог определиться, туфли ему или кроссовки. Короче, в итоге он на несколько минут урока опоздал. А виновата я, сказали, это вы его отвлекаете. Ну, во-первых, меня ребенок просит стоять возле окна. Вот, и мне гораздо важнее то, чем он меня просит, чем мне кто-то там говорит. Вот. А во-вторых, ну, растерялся. В конце концов, в школе 3 недели не был. Вот. О, Господи. Все, поднимаюсь домой. Начали, кстати, смотреть новый, очень клевый поучительный мульт. О нем тоже потом расскажу. Фух. Дверь открыта.